роль девушки. В принципе, девушка очень из обеспеченной семьи. В принципе, она совершенно противоположность главному герою Яну. У нее в жизни более-менее все в порядке. Но несмотря на то, что как бы внешняя картинка выглядит очень идеально, у нее тоже есть свои проблемы. Героиня это она как бы на второстепенный план, скажем так. Просто главный герой ее видит, наблюдает за ней, хочет как-то, может быть, прорваться с помощью нее в другой мир. Что ты хочешь? Я хочу, чтобы меня любили. Что ты хочешь? Надо как бы осознавать, что есть люди, которым не очень хорошо, и что, в принципе, все, что происходит в их жизни, по большому счету, зависит от них. Но, к сожалению, не всем удается добиться того, чего они хотели бы. Ну, когда он тебя отпускает, ты, в принципе, сюда идешь. Тебе как бы наконец-то вырвалось, иди в сторону ванной. Работа на съемочной площадке это, конечно, очень сложно, потому что все зависит от того, как работает команда, а не от определенного какого-то отдельного человека. И ты можешь делать все хорошо, но, допустим, не будет света, не будет звука, где-то что-то сломается, обломается, оборвется, и тогда все заново. Vien dubu uztaisam, ka bišķiņ, ka to mainām arī te no lēnces, lai tā būtu, zini, ka... A ko es viņu mainīšu, kā te ir ideāls lēnces? Šņā vietā arī? Nē. Было сложно, естественно, так как это первый опыт. Ну, было интересно, пыталась что-то сопоставить с тем, как я себя веду в жизни, пыталась что-то вообразить и представить, как нужно было бы себя вести в данной ситуации. Я надеюсь, что все получилось реалистично. Ты мне нос, пожалуйста, не закрывай, потому что мне нечем дышать. И не прижимай меня так, как в раковину, больно. Господи Иисусе.